Вітаю з вами, як завжди, в цей час програма «Модельний ряд». І герой нашої сьогоднішньої програми – яскравий представник сегменту лакшері. А це означає, що кожна деталь, кожна лінія, що там лінія, кожен гвинтик має демонструвати головну істину – життя вдалося. Для того, щоб краще зрозуміти майбутнього власника новенького Lexus ES, участь у маркетингових дослідженнях, які проводилися ще до початку роботи над вже, до речі, шостим поколінням цієї моделі, приймав сам головний інженер. Було проаналізовано побажання власників попередніх поколінь, вивчено їх характер, стиль життя і навіть родинні стосунки. Напевно, щоб краще зрозуміти, в яких умовах експлуатації буде перебувати цей автомобіль. Також були враховані і побажання тих людей, які мали намір придбати ES, однак з тих чи інших причин відмовилися від запланованої покупки. Результати цієї клопіткої праці сьогодні оцінюватимуть експерти модельного ряду. Гібридна версія буде продаватися наряду з бензиновими моторами, но чуть-чуть попозже. Це смесь чужого і Дарта Вейдера. Що я хотів вам показати? Так это 10 сантиметров. Майже за 24 роки існування моделі ES вона знайшла приблизно 1,5 мільйона власників. А це, уявіть собі, четверта частина усіх автомобілів марки Lexus, будь-коли проданих у цілому світі. І хоча в Україні визначною популярністю користуються кросовери цього бренду, седан ES з кожним новим поколінням лише набирав оберти. Тож, щоб продовжити такі вигідні для компанії традиції, наступну генерацію було вирішено створити, так би мовити, голосом споживача. І першим, про що заговорили потенційні покупці, було розширення лінійки доступних моторів. Адже саме у той час, поки планувалося оновлення моделі, ціни на пальне почали стрімкий зліт, а зелені технології піднялися чи не на пік популярності. Тому в компанії сприйняли це бажання клієнтів практично як наказ до виконання, внаслідок чого лінійка двигунів була збільшена втричі. Тож тепер ES знайде свого власника і серед любителів спокійної та більш економної їзди, і не омине тих, для кого прийнятний більш агресивний стиль керування. ES використовується вже стандартна 3,5-літрова V-образна шестерка, і новий мотор для неї – це 2,5 літра, рядна четверка. Большой мотор позволяет автомобилю разогнаться до 100 км за 7,4 секунды, это все-таки 277 лошадей. А второй мотор 2,5 литра, этот разгоняется до 100 км за 9,8 секунд. Там мощность чуть поменьше, 184 лошади. Гибридная версия будет продаваться наряду с бензиновыми моторами, но чуть-чуть попозже. На обоих автомобилях установлены шестиступенчатые автоматы, которые имеют достаточным комфортом переключения. Клиент не увидит разницы, не почувствует переключения. Единственное, что их отличает, это разная настройка, разные передаточные числа для того, чтобы, например, шестиступенчатый автомат на большом, на 3,5-литровом моторе, он справлялся с 277 лошадьми. Вот, а на моторе поменьше такой мощности нет и там немножко другие настройки. Другим побажанням цільової аудиторії стало збільшення простору у салоні. Не проблема, відповіли інженери. І майже не змінивши довжину ES, вони збільшили колісну базу на 45 мм. Врешті, завдяки якійсь технічній магії, пасажири заднього сидіння отримали додаткових 70 мм перед колінами. До того ж, їм запропонували справжній шикарний диван, який хоч і не складається, натомість має пульт управління розважальною та кліматичною системами. Безперечно, загального комфорту додає і візитівка компанії. Фірмова шумоізоляція – унікальна навіть для автомобілів цього класу. Для цього розробникам довелося додатково переглянути будову кузова, зробити лобове скло та вікна передніх пасажирів ламінованими.
а також встановити спеціальний резонатор, який створює античастоту фоновим шумам. Зокрема, такий хитрий пристрій встановлено поза сидінням другого ряду. У даному випадку він гасить шуми від багажного відділення. Тож, якщо раніше ніша для Lexus ES була не дуже чітко вираженою, відтепер позиція цього передньоприводного седана відносно його брата GS стала очевидною. Отже, віднині GS – авто для гурманів справжнього драйву, а головна принада моделі ES – це в першу чергу комфорт пасажирів. Хоча говорити, що про водія тут забули, не можна ні в якому разі. Адже і для нього підготували чимало приємних сюрпризів. Нижче на 15 мм посадка, майже вертикально розташоване кермо, непогана бокова підтримка, і це лише початок. Для того, щоб водитель отримав максимальне удовольствие від управління автомобілем, була змінена підвеска, наприклад, використані пружини, передні пружини з обратною навікою, також переработана повністю геометрія задньої підвески, змінені углы колес. Для управляемости переработано рулевое управление, то есть оно более острое, так как уменьшен коэффициент передачи в рулевом управлении. А также увеличена жесткость кузова, которая тоже вносит свою лепту в управляемость, в ощущение управляемости. Перед тим, як стати головним інженером проекту нового ES, Тосіо Асахі працював у відділі інженерної електроніки компанії. Тож сам Бог велів, щоб перша модель, роботу над якою він очолив у новому статусі, не просто мала стандартний набір опцій для авто преміум-сегменту, але й володіла найсучаснішими досягненнями індустрії автомобільної електроніки. ES используется для управления системами автомобиля, такими как аудио, кондиционер, телефон. Используется Remote Touch Interface второго поколения. То есть вы можете это управлять все джойстиком вот здесь вот на центральной консоли, для того, чтобы вы не отвлекались от вождения. Монитор расположен довольно высоко, чтобы минимальное движение глаз водитель не отвлекался от дороги. Также есть автоматический дальний свет. В момент приближения встречного транспорта или когда автомобиль догоняет передъедущий автомобиль, чтобы не слепить, не создавать аварийную ситуацию, автомобиль автоматически переключится на ближний свет. Очень удобно. Следующая система, новая для ES, это система контроля дорожной разметки. Есть камера, установленная в зеркале, которая считывает разметку. И в случае, если автомобиль по каким-либо причинам, то есть водитель теряет полосу, система будет предупреждать водителя. Весь процес дизайнерської роботи над новим ES зайняв близько 3 років. І, як зазвичай трапляється, перед розробниками була поставлена ціла купа завдань, які навіть часом суперечили одне одному. Ось, наприклад, автомобіль мав вийти більш спортивним, однак залишитися елегантним та стриманим. І, звичайно, відповідати усім сучасним тенденціям автомобільного дизайну. Що з цього вийшло, зараз розкаже Дмитро Новіков. Дмитро Новіков – випускник італійської школи дизайну. Багаторазовий переможець міжнародних конкурсів Opus Design Award, Martini Art Collection та Bombardier Transportation. Lexus – одна із японських марок, яка покорила самий збалований, самий багатий автомобільний ринок в світі – Северна Америка. І модель ES завжди допомагала концерну Toyota в цьому ділі. Дуже успішно. Отсюда чувствуются такие вот нотки в настроении, которое нам дарит эта машина. Они полноразмерно американские. Однако остается открытым вопрос, что же отличает GS от ES? И та концепция, которая заложена изначально маркетологами или дизайнерами компании, сразу объясняет все. Покупатель ES должен быть старше. По задумке Lexus. И это чувствуется в неком консерватизме, в хорошей доле консерватизма, которая заложена в дизайн машины. Ключевыми моментами в дизайне автомобиля является решетка радиатора, которая присоединилась наконец-то от всех Lexus модели ES. И ES от этого выиграл явно, потому что она придала ему характер. Некая аморфность, которая была, она исчезла с новым дизайном. Теперь это такое вот самоуверенное лицо Дарта Вейдера, которым раньше называли только Subaru Tribeca, а сейчас
эмоционально. Это смесь чужого и Дарта Вейдера в решетке радиатора. Ну, я не знаю, похоже. Чужой точно. Второй пункт, который повысил и статус, и лично мое отношение к этой машине, это интерьер. Интерьер стал знатный, он со всем богатством и разницей фактур перекочевал, опять же, с других Lexus'ов, и это стало, ну, придало этой модели некую породистость, которой не хватало раньше вот этой вот проамериканской модели. Меня интересует деталь, которая очень сильно влияет на, вернее, зона микропластики, которая очень сильно влияет на характер машины. Зона эта находится на стыке фар головной оптики и решетки радиатора. Здесь заложена некая такая микропластика, которая формирует вот эту спортивность характера, но она настолько не смело реализована, настолько сдержанно подошли дизайнеры к этому всему. Возможно, имелось в виду долгоиграющесть такая вот этого дизайна. Но, как мне кажется, мы живем в том мире, когда недосказанность, она дорогого стоит. И именно эту деталь я бы хотел изменить или как бы усилить яркость этих вещей на лице нового ES. Зусилля дизайнерів проекту були спрямовані на те, щоб новий Lexus ES апелював до усіх органів чуття людини. Тож емоційні лінії екстер'єру, архітектура салону та фактурність матеріалів мали створити особливу ауру. Однак справді космічні відчуття виникають саме тоді, коли ви вмикаєте розкішну аудіосистему. Марк Левінсон. Саме ці два слова викликають захват автомеломанів і відкривають очі чи то вуха звичайним любителям кар-аудіо. У комплектації Executive та Luxury виробник встановлює саме таку систему просторового звуковідтворення з 15 динаміками. Застосована у них ексклюзивна технологія Green Age дозволила подвоїти вихідну потужність підсилювача та вдвічі зменшити енергоспоживання системи. Концертна зала у салоні. Так, це останній штрих для дійсно чуттєвого сприйняття ES. Є ще одна стилістична особливість, яка постигла ES в цьому поколінні. Це форм-фактор кузова. На самом деле ES – це не седан, а полухэтчбек, тому що класичними пропорціями седана ця машина вже не обладає. Є така, ну, как бы, трендовая тема делать купеобразные такие покатые крыши. Задняя стойка очень активно заползает с кормы машины. Вот. Но в то же время до хэтчбека эта машина тоже не дотягивает, потому что есть все же вот этот короткий хвостик. Сколько он функционален, я не знаю, но динамики машине придает. Единственное, что можно сказать в защиту ESA, это только то, что это действительно является тенденцией. Даже такие корифеи рынка люксовых спортивных машин, как Jaguar, тоже занимаются похожими вещами и довольно успешно. Вот, кстати, линию решетки радиатора, вот эту X-образную, хотелось бы сделать мягче, более такие покатые линии в стиле концептов новых, которые показывает Lexus. Они стали смягчать вот эту нижнюю часть решетки. Она стала более такой грациозной, что уходят от агрессии. Ей не хватает смелости. Это вот как почему там, бренд Prada, например, у всех на языке, потому что это brave design. Итак, находим 10 отличий. Первое. Я хотел бы убрать перепонку между фарой головного света и решеткой радиатора. Фара должна, как мне кажется, в таком автомобиле прикасаться к хрому, к тонкому хрому решетки. И фару мы на немножечко, на каких-то там пару сантиметров, приподнимая кромку выше решетки радиатора и делая вот эту заползающую кромку капота сверху, делаем это более ярко и более уверенно. И фары, получается, что фары как бы обнимают решетку радиатора машины. И это, как, по моему мнению, должно придать более такой динамичный образ машины вот в тех мелочах, которыми изобилуют Lexus в своей микропластике.
як ми вже говорили, новий Lexus ES створено голосом споживача. Що ж почули від потенційних власників розробники шасі, зараз з'ясую. Олег Василевський. Олег Василевський – головний редактор «Автобілд», член журі від України конкурсів «Золоте кермо», «Автобест» та «Двигун року». Ви ж ще пам'ятаєте наш тест GS? Наверняка, як і я, задаєтесь питанням, зачем Lexus у модельній гамі дві практично однакові машини? Ведь по розмірам в них, якщо є різниця, то вона в пределах погрешності рулетки. Но все-таки різниця принципіальна. ES – это 3,5-литровий мотор. Поперек, и он приводит передние колеса. GS – это 3,5-литровый другой мотор. Вдоль приводит задние, либо все колеса. В каждой из этих концепций есть свои преимущества. Какие из них на себя взял ES, сегодня будем выяснять. Трудно не заметить, что когда в Lexus заходит речь о том, чтобы выслужить пожелания клиентов, микрофон выставляют на максимальную чувствительность. Хотите глубже посадку? Делаем. Идите глубоко. Хотите больше места сзади? Организуйте. Хотите, чтобы ничего не нужно было делать лишнего? Садились, выходили из машины. Легким движением. Пожалуйста. Хотите, чтобы все было на кнопочках? Пожалуйста. Хотите, чтобы багажник в седане открывался электроприводом? Вот вам кнопочка. Имейте в виду. Возможно, не сами догадались, но ЕС больше не напоминает Кэмри, из которого он всегда был сделан легкой перелицовкой. И посмотрите сюда. Вот это точно не положено Кэмри. Вот таких часов и вот такой обивки торпеда. Посмотрите, вот этот шов делают вручную. Поговаривают, что на Lexus имеют такую квалификацию только 12 человек. 12 человек, которые могут прошивать вот так центральную консоль. Lexus заметил, что ЕС очень часто используется в качестве классического лимузина. То есть, когда шеф сидит сзади, водитель впереди. Поэтому из этих соображений задняя часть создавалась. Посмотрите, сколько всего в распоряжении заднего седока. Ему, например, совершенно наплевать, какой привод автомобиля, передний либо задний. В данном случае передний – это благо. Практически отсутствует туннель на полу. Среднего пассажира это не спасает, но для двух боковых очень удобно. Не слишком принимая во внимание желание переднего пассажира, я могу его просто убрать. Чтобы моим ногам было свободнее. Что я хотел вам показать? Это 10 сантиметров. Что такое 10 сантиметров, прибавленных в длину в коленях для автомобиля на заднем сиденье? Вот это третья часть меня. То есть здесь треть, еще здесь. Это значит, что с тем же удобством сюда можно усадить человека добрых сантиметров на 30 выше, чем прежде. На дороге ЕС по-прежнему он убаюкивает вас. Тихо, безмятежно. Новые подушки двигателя сделали работу, особенно на холостых оборотах, на светофоре, например. Все безмолвно, и вы проверяете, а вообще что-нибудь здесь крутится под капотом. Или мы уже перешли на тот гибридный привод, который этому автомобилю положен в другой версии. Много сделали для того, чтобы машина цеплялась лучше за дорогу. Поэтому, когда вы едете, например, по горной дорожке, делайте это уверенно. Руль электрический, но очень хорошо едет именно прямо. Или посмотрите, например, такая очень полезная функция для езды далеко. Это как контроль слежения за полосой. Кнопочку даже аж на руль вывели. Такая она важная, считают в Lexus. Нажимаем. Здесь камеры. Видит разметку, плохая погода, хорошая погода, хорошая разметка или наша разметка, все равно видит. И дальше, если вы отклоняетесь от маршрута, вот так пищит. Мы кормим его бензином. В городе это 12 литров, за городом готовьтесь на 9 где-нибудь там. Хотя они отшлифовали зарядную аэродинамику. Но все равно машину этой массой, с таким мотором нужно двигать. А ведь хочется ездить быстро. Мотор-то позволяет. Есть три режима. У регулятора трансмиссии и двигателя. Эко.
это когда вы хотите экономить. Как правило, владельцы Lexus этого не хотят, поэтому забываем, жмем нормальный режим, наслаждаемся. И если желаешь у себя погонять рядом с GS или с BMW-шниками, крути вправо, будет спорт. Но это может напугать типичного драйвера Lexus, потому что иногда, а если скользко, то и часто, на панели будет моргать значок системы Traction Control. Потому что 277 лошадиных сил – это не очень много из 3,5 литрового мотора, но это все равно много для того, чтобы передавать эту мощь на одну ведущую переднюю ось. Пожалуй, это естественное ограничение, которое имплантированное в этот автомобиль, которое и водителя Lexus ES, и в новом поколении все-таки удерживает от мальчишеских поступков. Погонять, порезвиться, поперестраиваться. Нет, для этого. Чуть более подстроенный, еще более комфортный, еще более безопасный. 10 подушек безопасности. 10. За колени, по идее, не должны быть травмированы ни у водителя, ни у пассажира. Если, не дай бог, что-то случится. Lexus ES поки що представлений у трьох варіантах комплектацій – бізнес, екзекютів та лакшері. Перші дві з мотором на 2,5 літри та топова версія з більш потужним V6 об'ємом 3,5 літри. Однак вже дуже скоро в салонах українських дилерів з'явиться гібридна версія. Правда, її вартість поки що не визначена. А от ціна наявних варіантів вже добре відома. Сума коливається від 56 до майже 80 тисяч доларів. Від водителя нового ЄС требується ще менше. Наприклад, йому вже не потрібно переключати ближній світ на дальній. І наоборот. Це навіть радує більше не мене, як водителя цього Lexus, а як водителя машини, яка йде навстречу цьому Lexus. Він мене точно не ослепить. Спасибо тебе. Гіппорт. І от їзда по брусчатці або по ґрунтовці. Що мене завжди привлекало в Lexus, так это возможность не отпускать педаль газа, когда сильно меняется качество дорожного покрытия. Шумоизоляция настолько хороша, что я рекомендую всем регулярно посматривать на спидометр. Едете, едешь 60, 80, 100, 120, 160, никакой разницы. Заболтался и получил очень много штрафа, если тебя остановили. По моим наблюдениям, владельцев новых Lexus не очень хотят беспокоить блюстители порядка. Видимо, так их впечатляет их дизайн. Во-первых, что касается дизайна, отберу хлеб у Димы Новикова, но обязательно скажу. У меня появилось впечатление, глядя на недавние Lexus и ES не исключение, что японцы наняли на работу дизайнера. Очень я хотел покритиковать сиденья, сказать, что они вот типичные диваны, не держат, все подобное. Красная боковая поддержка, я даже бы сказал излишняя, потому что едва ли автомобиль в своей депутатско-чиновнической жизни будет испытывать такие боковые перегрузки. Если бы в мире осталось только два Lexus GS и ES, я бы все-таки выбрал первый. Но я бы ошибался, потому что ES, если не считать модного класса кроссоверов, в котором он принадлежит RX, так вот ES самый продаваемый Lexus всех времен и народов. В седьмом поколении его продали уже 1 000 000 экземпляров. И в новом поколении это фактически автомобиль таким сделан, каким его хотят видеть владельцы. Не экспериментируют Lexus, не имеют права. Они просто слушают и говорят, вот вам то, что вы хотели. Если вы здесь чего-то не нашли, мы это сделаем в следующем поколении. Історично склалося так, що Toyota Camry і Lexus ES дуже багато років війшли пліч-опліч з технічної точки зору. Однак відтепер інженери та маркетологи вирішили раз і назавжди розірвати ці родинні стосунки і пустити кожну модель в плавання своїм ринковим маршрутом. Нова індивідуальна зовнішність, свій власний характер. Чи пішло все це на користь новому Lexus ES? Вирішуйте власноруч, а для цього обов'язково завітайте до одного з салонів українських дилерів компанії Lexus. А з вами була програма «Модельний ряд».
Бережіть себе і, незважаючи на кількість кінських сил у вас під капотом, не намагайтеся обігнати власного ангела-охоронця. Обов'язково побачимось наступного тижня.